года назад на градостроительном совете Московской области мы принимали решение о переводе земли под промышленное производство, под компанию «Крост». По сути дела, здесь реализовано три крупных предприятия. Это практически у нас получился индустриальный парк компании, потому что у нас есть разнопрофильное производство. И, соответственно, цель сегодняшнего визита посвящена следующему. То есть мы смотрим, как эти работают предприятия, мы смотрим, как компания выполнила свои обязательства по строительству дороги, которые брались компании 2 года назад. Дорога построена, предприятия работают. Радует следующее. Радует то, что, несмотря на достаточно сложные экономические условия сейчас, компания, по планам компании намечено расширение производства, это и создание новых цехов и новых производств по металлообработке, по металлоконструкциям и, соответственно, стекольного производства. Преимущественно на предприятиях работают жители Московской области. Организована система обучения на предприятиях, на производстве, система переподготовки кадров. И мы будем очень внимательно следить за тем, как будет развиваться данный промышленный комплекс, как будет развиваться данный промышленный кластер на территории Московской области, потому что он является одним из самых крупнейших. И те планы компании по созданию новых производств, по созданию новых рабочих мест, правительство Московской области будет всячески поддерживать, Министерство строительного комплекса в том числе. Недавно было, буквально вчера у нас было послание губернатора. Основной упор на 2015 год Андрей Воробьев поставил на создание рабочих мест, на привлечение инвестиций, на расширение производства, на повышение налоговой базы. Планы компании сбудутся. Мы уже в 2015 году увидим и новый цех по металлообработке, и новое стекольное производство. Обязательства выполняются, производство работает, так что надеемся, что все будет продолжаться в таком же темпе, который был задан 2 года назад. Спасибо большое, Сергей Александрович, за теплые слова. И я могу выразить только слова благодарности Министерству строительного комплекса Московской области. Только при поддержке Сергея Александровича лично и всего Министерства строительного комплекса нам удалось в кратчайшие сроки возвести деревообрабатывающий комбинат, расширить производство и обязуемся выполнить все взятые на себя обязательства. Я хочу сказать также слова благодарности правительству Московской области, что позволили нам инвестировать в этот технопарк. Мы запустили здесь несколько производств, общее количество рабочих мест порядка 2000. Ну, как говорилось выше, мы здесь открыли небольшое ПТУ и производим переквалификацию кадров. И те сотрудники, которые работают и проживают в Московской области, в Солнечногорском районе, они трудятся, получают зарплату, платят налоги. И это поддерживает бизнес Московской области. Ну, надеемся на то, что наши планы будут только расти от года в год. Ну и еще раз спасибо за поддержку Московской области. Спасибо.